Здравствуйте, друзья. Я надеюсь, меня слышно. Видно, кто-нибудь мне напишите, что слышно, чтобы я был спокоен. Не знаю, какой у нас сегодня в университете Wi-Fi, но надеюсь, все будет в порядке. О, отлично, спасибо. Спасибо, что отвечаете. Еще люди приходят. Сейчас я буду по ходу, конечно, присоединять. Ну что ж, сегодня мы подошли к теме, подступая к которой каждый раз меня сначала начинает трясти мелкой дрожью, потом крупной, потом я начинаю обливаться потом и думаю, как бы чего не пропустить и стараться не отвлекаться. Это моя вечная проблема, что меня вечно уносят в какие-то стороны, потому что эпоха, к которой мы подошли, как раз для меня личностно очень важна, жизненная, я бы сказал. Потому что эпоха Ренессанса для меня сделала из древних авторов не просто набор для своего собственного ресерча или форшинга, да, некий склад, который древние оставили, и вот тут я могу, наконец, наукой на нем позаняться, как бы, и больше меня в этом ничего не интересует. Вот. А для меня эти авторы этой эпохи стали таким живым мостиком, который, как и для них, сделал для меня, по крайней мере, моих любимых древних авторов, собеседниками, друзьями и ничуть не какими-то пронафталиненными скелетами в бабушкином шкафу или кабинете анатомии. Вот. Сначала я немножко про книги скажу. Понятное дело, что литература моря, и в первых хендаутах вы уже видели, в принципе, основную. Единственное, что если вы не читали, я думаю, что всякий знаком с этой книгой, я, конечно, бы на вашем месте прочитал книжку Георга Фойкта «Возрождение классической древности в первый век гуманизма». Она и по-немецки доступна на архиве, и русский перевод «Рассадина» существует, двухтомный. Меня в свое время удивило, что в Ленинке почему-то его выдают из хранилища редких книг. Хотя на самом деле не то, чтобы она редкая, и даже иногда попадается в букинистах за 3-4 тысячи рублей, два тома таких кирпичика. Но это до сих пор базовая книга. Как Гудеман пишет в своем «Grundriss der Geschichte der Philologie», что это «Hauptwerk», главная работа на тему, так и до сих пор открываете вы последний изданный нашими с коллегами в России энциклопедию Возрождения, трехтомную, и вы находите, что, в общем, про все, что относится, по крайней мере, к письменной культуре Возрождения, идут сплошные отсылки все на того же Фойкта. Но книга действительно прекрасна. Что по-немецки ее читать приятно, что по-русски перевод тоже вполне себе хороший, понятное дело, немножко устаревший, да и с опечатками там беда. Но, тем не менее, слава богу, у нас такая возможность есть. А все остальное – это уже более-менее специальные вещи. Вот. Что еще, в принципе, можно было бы почитать по эпохе? Для меня еще студенческие годы большим открытием была книжка Леонида Баткина «Итальянские гуманисты. Стиль жизни, стиль мышления». Кажется, она так называется. И вполне себе даже попадается до сих пор в букинистах за какие-то копейки. И, по-моему, она переиздана в собрании сочинений Баткина, такие синие томики. Вот. Ну и вообще, как ни странно, ну, для меня было странно, что вот человек из Харькова так хорошо стал разбираться в гуманистах. И вообще его работы мне лично приятно читать, и они и в юности меня, скажем так, наполняли энтузиазмом. Что еще, кроме Баткина? Понятное дело, что есть книги Дживилегова, есть книги Буковского. Они хорошие на самом деле. Еще эта энциклопедия Возрождения, у меня к ней много вопросов, потому что там, понятное дело, очень хорошо написано про искусствоведение, а про литературу эпохи Возрождения, причем именно латинскую литературу, а не итальянскую, которая больше, естественно, чем итальянской, латинской, там написано довольно плохо. Ну, по большей части, ну, какие-то устаревшие часто сведения, и сплошные только ссылки на Фойкта, хотя по некоторым авторам ренессансистика сделала просто глобальные шаги и так далее. В общем, кроме того, книжку свою Фойкт писал до исследований Сабадини о возрожденческих рукописях, ну, в общем,
понятное дело, что в Италии тоже не сидели сложа руки, уж не говоря про Германию, те же исследования по философии Возрождения Кристеллера, чего стоит, или Энтони Графтона, или других специалистов по гуманизму и Ренессансу и по письменности этой эпохи со всех стран. Вот, ну, ради иллюстрации по поводу энциклопедии этой, вполне логично, что там должна быть статья «Филология». Вы находите филологию, там написано «Смотри, поэтика». Отсюда возникает вопрос, для авторов поэтика и филология – это одно и то же? В общем, очень странно. Но, с другой стороны, очень хорошо, что к первому тому они привлекли моих коллег из Петербургского университета, филологов-классиков, по крайней мере, я видел статьи Позднего и Ермолаевой, которые посвящены рецепции в эпоху Ренессанса классических авторов, например, Гомера, Вергилия и некоторых других. Так что в любом случае эта энциклопедия не бесполезна, просто, скажем так, мягко говоря, иногда вызывает вопросы по некоторым деятелям нашей с вами темы. И, как ни странно, я начну не с Петрарки, который, понятное дело, я придерживаюсь такого мнения, вы знаете, что медиевисты спорят, да, вот у нас тут есть медиевисты среди слушателей, которые вам расскажут, что там эпоха нового времени, там, да, родилась там с такого-то времени, и это связано с определенными экономическими изменениями. Не знаю, мне лично ближе, скажем так, концепция, когда происходит изменение в мозгах, и это, конечно, изменение сделал совершенно удивительный человек Франческо Петрарка, и я бы, скажем так, антиисторически отчитывал бы начало нового времени, новой эпохи Возрождения, который вообще бы не вводил бы в средневековую культуру, скажем так, с увенчания его венцом поэта на Капитолийском холме. Понятное дело, что вы наверняка слышали, что существует много возрождений, много ренессансов. Я не буду в это вдаваться, потому что у каждого есть свои моменты. Главным образом я буду говорить о возрождении, ренессансе с большой буквы «Р», потому что это движение захватило весь мир, по крайней мере, весь европейский мир. А все остальные возрождения, в принципе, были, мягко говоря, локальными. Об этом, конечно, можно спорить. И даже некоторые мои коллеги, как, например, директор Иерусалимского Полис Институт Кристоф Рико, делают доклады о шестом гуманизме, который сейчас у нас развивается бурным цветом, и довольно много поклонников среди молодежи, студентов и даже школьников латинского и греческого языка. Особенно это связано с говорением на этих языках, с прямым методом. И это движение только растет на самом деле. Об этом можно, конечно, поговорить отдельно, но это действительно в каком-то смысле определенного рода гуманизм, связанный, опять же, с носителями информации, в данном случае со всемирной сетью интернет, которая играет сейчас такую же роль, как в свое время книгопечатание, которое гуманисты взяли в свои руки, а мы, современные, скажем так, гуманисты, интернет в руки пока не захватили, и вряд ли это у нас когда-либо получится. Но начну я не с Петрарки, а начну с того, что он открыл двери, ну, этому, понятное дело, способствовали определенные политические, исторические события, о которых я не буду распространяться, и которые вам прекрасно известны, которые в любой книжке описаны. Понятное дело, что революция сперва произошла в мозгу, например, отдельно человека Петрарки и людей, которые были ему уже конгениальны и могли оценить его харизму, талант и то, что он так реально харизматичный, я не могу объяснить иначе, влияние какого-то маленького священника на целую Европу, восприняли и двинули дальше, поняв, что это именно то, что нужно. И именно Петрарка, который начал собирать греческие рукописи и обнимал в минуты тоски и ностальгии Гомера, сетуя, что он его не может прочесть, и несколько раз начинал учить греческий, но как-то не везло ему с учителем или с учителями. Тем не менее, именно он в каком-то смысле убрал щеколду. Да? И исторические события, разумеется, способствовали тому, что в Италию стали приезжать греки, и греческий язык вернулся в Италию. По поводу греческого и греков вообще немножко тоже про литературу скажу, потому что я вам выложил книжку в чате Уилсона замечательную, с большим удовольствием для себя обнаружил, что там есть на Либгене хороший PDF, потому что я думал сперва свой выкладывать, у меня ужасно по сравнению с этим, так что слава богу, что это есть.
Вот. А мне в свое время пришлось просить у приятельницы Великобритании фотографировать, а потом переводить это через программу Scantailer в какие-то ужасные кривые страницы. Вот. Так что у вас более счастливая ситуация в этом смысле. Еще одну книгу я хотел бы вам порекомендовать. Если вам захочется PDF, я вам тоже выложу. Это книжка, которую написал Жан-Кристоф Саладан. Называется она «Битва вокруг греческого в эпоху Ренессанса». Да, это просто всеобъемлющая монография. Местами в ней некоторые выводы, ну, так скажем так, не очень логично сделаны. Тем не менее, это громадный источник информации, библиографии на тему эллинизма в новой постсредневековой, скажем так, Европе, и она совершенно прекрасна. Я не знаю, существуют ли какие-то другие переводы, ну, существуют ли переводы вообще на какие-то другие языки, на русский я могу сказать точно нет, и, наверное, никогда не будет. Вот, но, тем не менее, вот по-французски в оригинале она есть, и PDF я могу делать, прислать вам, сам его делал. Из древних пособий, если у вас хорошая латынька, то, естественно, до сих пор важное исследование Ходиуса, которое называется «De graecis illustrissimis linguae graecae literarumque humaniorum instauratoribus eorum vitis scriptiis etologiis, Лондон, 1742». И также его маленькая выжимка «Эпитома», которую сделал немецкий филолог Бернер, «De doctis hominibus graecis graecarum literarum in Italia instauratoribus». Эти ссылки я цитирую вам просто по Грундрису Гудемана, на который опираюсь в качестве скелета того, о чем я буду рассказывать. А я, как всегда, пойду просто по головам. Да? История классической филологии по головам, по людям, мне всегда была гораздо более интересна, чем какая-то там, не знаю, концептуальная история там, или как-то на истоках называют историография, смена исторических концептуальных парадигм и так далее. В данном случае, учитывая, что филология – это все-таки искусство, я лучше пойду по художникам нашей науки и, скажем так, в хронологическом порядке. Естественно, хендаут, который я делал, я выложу, а сейчас им буду просто пользоваться. Надеюсь, его видно. Вот, и начнем мы с Мануила Хрисалора. Это человек, сделавший, наверное, ну, собственно, тот, который восстановил греческий язык в Италии. Хотя до него уже какие-то начатки греческого, неплохие, уже знал Джованни Боккаччо, и о нем мы с вами поговорим. Мануил Хрисалор, собственно, родился в Константинополе, был жителем Константинополя, и в 1396 по приглашению Калюччо Салютати, великого гуманиста, флорентийца, канцлера Флорентийской республики, был приглашен для того, чтобы читать в так называемом Флорентийском университете в Ло Студио лекции по греческому языку. Читал он их там, правда, недолго, и вы сами видите, что в 1402 он уже перебрался в Павию, а потом в Венецию. Умер он, собственно, в Констанце в 1415 году. Вот. Он был первым, как считается, первым и, на самом деле, возможно, самым важным учителем греческого для гуманистов Флоренции, Павии и Венеции. Главным образом, конечно, Флоренции, где он успел немного попреподавать, но, тем не менее, умудрился воспитать целую плеяду совершенно удивительных учеников. Это, естественно, Гварино Веронский, это Николо Николли, Леонардо Бруни, Марсупини, Траверсари, которые своими переводами с греческого языка на латинский язык просто показывают, насколько хорошо они знали греческий язык. И это уже были не просто какие-то дословные переводы в виде там какого-нибудь Вильгельма из Мёрбеке, да, с дословными переводами Аристотеля. Это реально хорошие переводы, которые печатаются иногда, очень редко до сих пор, но в XIX веке многие из этих переводов попали, например, в серию древних авторов, издаваемую Ферманом Дидо. Я про нее как-то делал видео, можете посмотреть у меня на канале на YouTube. Вот. И эти переводы меня еще в студенческие годы поражали, потому что они на самом деле оказываются часто лучше, чем все современные переводы на новом языке, на английский, немецкий, французский. Я уж не знаю, это удивительно, как люди умудрились за такое короткое время так хорошо знать греческий. И действительно, когда смотришь ранние учебники греческого языка, понимаешь, что они довольно быстро перешагивали этап грамматики, который сейчас в современных университетах
значит, требуют чуть не года или полутора, да, просто потому, что они все время преподавали в основном прямым методом, разговаривали на греческом языке и, соответственно, какое-то время просто очень интенсивно этим жили. Он же является автором первой греческой грамматики эпохи Ренессанса, которая называется «Вопросы о греческом языке» «Erotemata tes Hellenikes». Он также хорошо знал латинский язык, но перевел при этом государство Платонова дословно. Возможно, он это сделал для учеников. Вот. Скорее всего, так оно и было. Следующий сразу человек, Георгий Гемист Плифон. Те, кто занимаются философией или историки философии, конечно, хорошо его знают. Такой поздневизантийский неоплатоник, который был тоже важным учителем греческого в эпоху Ренессанса. И с 1438 года преподавал греческий в Феррари и Флоренции и был учителем знаменитого Виссариона. Его сочинения, сами по себе греческие, тоже вполне себе хороши. Насколько я понимаю, даже что-то по-русски есть. То ли забыл сейчас, где они напечатаны. Тем не менее, я, кажется, что-то читал у него и по-русски. И мы сразу идем к Виссариону Никейскому или Трапезунскому. Он урожденный, собственно, родился в Трапезунде, а Никейским он стал, потому что стал архиепископом Никеи в 1437 году. В 1438 году он участвует в Ферраро-Флорентийском соборе, потом принимает католичество и в 1451 году становится легатом папским в Болонье, а в 1463 становится аж патриархом Константинополя и умирает в Равенне в 1472 году. Это был страстный ученый, страстный собиратель рукописей. У него была самая богатая коллекция греческих рукописей, которая оказалась на Западе. Это около 900. И она сейчас составляет, собственно, сердце библиотеки Сан-Марко, вот этой рукописной греческой серии, библиотеки Сан-Марко в городе Венеция. Он, кроме того, что сам много писал, и что очень приятно, что его иногда издают, последний раз, если меня не обманывает моя дырявая память, несколько лет назад в серии в издательстве Бомпьяни вышла в их серии Пенсьери, двуязычное издание о бессмертии души, по-моему. Может, я сейчас ошибаюсь. Тем не менее, слава богу, что и собственные его сочинения никуда не делись. Кроме того, вы наверняка сами знаете, что он занимался историей церкви. Вот, переводы на латинский его известны. Это «Метафизика Аристотеля» и «Воспоминания о Сократе Ксенофонта». Вот. А мы немножко отходим чуть к более ученым людям и натыкаемся на Феодора Газу, либо Феодора Газиса, да, Феодорос Газис, да, он по-гречески, который сам был родом из Фессалоник, а с 1447 года начинает преподавать греческий главным образом язык, читать авторов, комментировать и так далее, и заниматься определенными исследованиями своего рода в Италии. Значит, сперва во Флоренции, потом почему-то быстро в Ферраре, потом в Риме, потом в Неаполе. В Риме он был, собственно, профессором философии и умер в качестве аббата Сан-Джованни Апиро в Калабрии. Он важен для нас также своими переводами, в частности, Аристотеля, Феофраста, я только самых маленьких цитирую, Дионисий Сицилийский, хотя нет, здесь я ошибся, все-таки речь идет о Дионисии Галикарнасском, это, видимо, на автомате написал Галикарнасский. Вот он. И он является автором очень любимой среди гуманистов не только 15 века, но и 16 и даже иногда 17 века. Это книжки по грамматике, «Грамматика Исагоге», «Введение в грамматику», вот, которая была одной из любимейших, сказал, школьных книг, учебников по грамматике. Кстати, по ней учились, как считается, великий Эразм Роттердамский и самый главный знаток греческого XVI века, французский филолог, классик, гуманист Гийом Бюде. Кроме того, в отличие от грамматики Хрисолора, где была описана только морфология, да, словоизменения, склонения существительных, прилагательных, спряжения глагола, все. Да, в этой книге уже описан первый раз синтаксис греческого языка. Поэтому она для нас важна еще и этим, потому что они, эти ранние книжки, задают потом основу для
анализа и описания греческого языка вплоть до Готфрида Германа и вплоть до нынешнего дня, вплоть до какой-нибудь не в меру популярной кембриджской новой грамматики классического греческого. Деметрий Халкандил, пятая моя голова сегодня из этих греков, он был родом из Афин, а потом преподавал в Перудже, в Падуе, во Флоренции, в Милане. Был знаменит, в частности, еще тем, что именно он был учителем Иоганна Рейхлина, да, одного из первых германских гуманистов, а также английского гуманиста и одного из первых знатоков греческого языка в Англии, Томаса Линекера. Ему принадлежит тоже грамматика, эротемата, и для нас она важна, потому что наравне с предыдущими тремя она составила базу. Тем не менее, я чуть не сказал, что это была первая греческая грамматика, которую напечатали, но неправда, это скорее про следующего человека. Вот, он уже жил в эпоху книгопечатания, и ему принадлежит первое издание ряда греческих авторов. Гомер в 1488-м, и Сократ в 93-м, и громаднейший словарь Суда в 1499 году. Вот эти первые издания для нас очень важны, потому что чаще всего при подготовке этих изданий, даже если была одна рукопись или несколько, они, как правило, гибли при подготовке книги. Очень редко, когда они сохранялись. И поэтому эти первые издания имеют значение одних из древнейших рукописей, если потом рукописи имеются только позже этих первых изданий. И поэтому очень важны для установления и критики текста конкретного автора или конкретных произведений. Константин Ласкарис – это именно тот человек, чья книжка стала первой вообще печатной греческой книжкой. Он был родом из Константинополя, преподавал в Милане, Неаполе, в Мессине. Долгое время провел в Риме, скажем, при Виссарионе, Никейском, Трапезунском, о котором я выше сказал. И вот эта его книжка «Эротемата», латинский подзаголовок «Грамматика Graeca sive compendium octo rationis partium», была как раз первой вообще греческой печатной книжкой. Вот. И это я, естественно, очень кратко. Вот перед вами шесть греков, наверное, одних из самых важных. Разумеется, вы найдете больше подробностей в книжке Уилсона, в книжке Жана Кристофа Саладана или в книжке, про которую я забыл сказать еще. Есть такая филолог-классик французская, Паскаль Умель. Пишется «Хумель», да, называется по-латыни «De lingua graeca», и эта книжка, я не знаю, есть ли PDF, честно говоря, у меня дома лежит просто эта бетонная плита, и она на самом деле по своему содержанию часто сомнительная, когда она описывает какие-то тенденции относительно изучения греческого эпоху гуманизма раннего нового времени и чуть дальше. Но, тем не менее, она невероятно ценна с точки зрения библиографии, обилия книг, то есть, чтобы оценить обилие книг по греческому языку, которые выпускались, по крайней мере, уже с начала XVI века. Ну а мы, наконец, доходим до великих итальянцев. И сегодня я расскажу о них частично, да, части расскажу о них. В следующий раз я закончу, и мы посмотрим, что происходило во Франции. Поговорим про Эразма и немножечко затронем Англию. Ну и начнем мы, естественно, с Франческо Петрарка. Я тут, видите, ничего не перечислил, просто потому, что наверняка вы сами знаете о нем все, что нужно знать. Вот, он родился в Авиньоне, да, отец его был беглецом из Флоренции, родом семья была из Флоренции, по фамилии Петракко, и Петрарка изменил фамилию на более благозвучное Петрарка. Уже в ранней юности он влюбился в классическую литературу, Цицерона, Вергилия, каких-то других, что у него там были, и так сильно увлекался, что это вредило его учебе на юридическом факультете в университете, так что папочка, как говорят, один раз сильно разгневался и побросал его рукописи классических авторов в огонь, и видя, что Петрарка стоит словно, значит, перед казнью с понурым и грустным лицом, он сжалился и вытащил из огня Цицерона, потому что он якобы полезен для юридических занятий, и рукопись Вергилия, которая полезна для просвещенного досуга. Вот. Про жизнь его особо не буду рассказывать, но вот, например, Юлий Цезарь Скалигер говорит о нем, что он примус,
Ex lutulenta barbarии os кайло от толлера аусус эст. Он первый из грязного варварства осмелился поднять лицо к небу. Вот. Понятно, что все мы знаем его стихи, сонеты довольно сладкие, но ну, тем не менее, в которых есть определенная философия петраркианская, вот, который сам он не очень ценил, стыдился, тем не менее, естественно, первую популярность приобрел именно ими, и больше всего гордился своими латинскими сочинениями. Да, родился он 20 июля, что-то мы не отметили. В следующем году будет юбилей, 1304, надо не забыть. Собственно, в Ареццо, рядом с Ареццо. Получил образование в Авиньоне, Монпелье, в Болонье. В 1326 году оказывается опять в Авиньоне. Путешествовал в 33-м по Франции, Германии, в Голландии. В 37-м оказывается в Риме. И 8 апреля 1341 года именно там он и увенчивается венком поэта, от чего лично моя голова отсчитывает начало Ренессанса. Он уже был страстным фанатом греческого, он изменил отношение к древнему, вообще отношение к чтению, да, потому что он стал читать просто, возможно, он первый европейский читатель, такой известный, скажем так. Понятно, что и до него какие-нибудь предгуманисты, типа какого-нибудь Мусура и других там этим уже занимались, или Данте, в конце концов. Но он просто, видимо, как-то взял и научил всех, скажем так, создал такую эпифанию равноправного чтения, когда ты читаешь древнего и споришь с ним, да, вспомните эту известную историю, как он находит письма Цицерона. Это, кажется, были письма Цицерону Катику и к брату Квинту, а также к Бруту, и обнаруживают в них, что Цицерон-то совсем не был прям таким идеальным человеком, как он себе его представлял. 3 дня не выходил, кажется, из своей клети, и, наконец, вышел и стал писать письма Цицерону, породив этим новый жанр гуманистической литературы, письма к древним. Да? И он же, в принципе, вероятно, породил жанр инвективы. Да, такого латинского наезда на каких-либо врагов. Да, у него есть на врачей инвективы, у него есть инвективы на тех, кто злословит Италию. Если вы читаете это, вы понимаете, что на самом деле это уже латинский язык другой. Да, понятно, что там есть некоторые еще средневековые черты, которые касаются главным образом фонетики. Да? Но это не просто какая-то, не знаю, подражательство, это собственный стиль, который он создал, естественно, изначально в подражании, это основной, как бы, кстати, момент изучения языков вообще в гуманизме, ты подражаешь, да, а потом ты из этого подражания уже не хочешь быть обезьяной, создаешь свою собственную стилистику. И Петрарка это сделал, да, человек это стиль, это уже его на самом деле. Вот, и важный момент, что писал он совершенно искренне, да, если вы читали, конечно, когда-нибудь его книжку «Моя тайна», «De secreto conflictu curarum mearum», которую он писал чуть не всю жизнь, и которая является реальным таким выскабливанием собственной души, анализом собственных желаний, эмоций и, скажем так, какого-то внутреннего покаяния. Да? Вы знаете, там «Свидетель истины», он беседует с одним из своих любимых писателей Августином. Я не буду долго про него распространяться. Скажу, что он собирал не только рукописи, в частности, ему принадлежит открытие господи, как этот город называется-то, Льеж, да? В Льеже он обнаружил рукопись до того неизвестную средневековым автором. Это «Речь в защиту архиепоэта», что тоже очень символично, потому что именно там Цицерон говорит о студиях humanitatis, которые напишут на знаменах все гуманисты, начиная уже с Петрарки. Да, студия humanitatis, основа которых составляют artes liberales, искусство, достойное свободного человека, и занятия тем, чем они занимаются, не для барыша в первую очередь, а для того, чтобы, собственно, себя очистить и reddere suos mores meliores, да, сделать свои нравы лучше. Вот так вот. Он собирал также монетки, дарил их королям. Вот, с него все, в принципе, началось. Да? Можно сказать, что, возможно, он был даже первым европейским альпинистом, я бы сказал, да, учитывая
его восхождение с известным письмом на гору Ванту. Да, почитайте, если не читали, это очень интересно. И опять же, естественно, с духовным, нравственным, моральным уроком от Франческо Петрарко. Франческо Петрарко своей харизмой каким-то образом, да, воспламенял вокруг себя атмосферу, воспламенял не только собственными сочинениями, но своей богатой перепиской, да, эти письма невероятно важны его по многим причинам. Кроме того, нужно сразу как бы держать в голове, что переписка в эпоху гуманистов — это было что-то вроде журнала или, не знаю, канала в Телеграме в наше время. Потому что человек Петрарко посылал там письмо Боккаччо, пока это письмо шло, его переписывали много раз, зная, что оно от Петрарки там к Боккаччо, оно распространялось. И даже еще до того, ну, понятное дело, Петрарко жил до эпохи книгопечатания, возникла куча рукописей и так далее. Да и уже в эпоху книгопечатания эпистолы, да, эпистолография служила таким, играла роль такого рода периодики, скажем так. А поскольку книгопечатание уже существовало, так Эразм Роттердамский в свое время обнаружил, что у него вдруг вышло несколько книг непонятно где, потому что просто люди списали их из писем, которые напечатали его письма, которые он кому-либо писал. Да? Так один, например, издатель Фробен, или Пробен его еще называют по-русски, Базельский, вот так же, собственно, сплагиатил одну из писем, но Эразму так понравилось качество печати, что потом он в доме этого Фробена в Базеле и помер, будучи крестным отцом его сына. Ну, я немножко улетаю и перехожу сразу ко второй главе, к Джованни Боккаччо. Всем он вам прекрасно известен, главным образом, конечно, по своим итальянским сочинениям, но гуманистом он был уже таким. Если Петрарко был огнем и пламенем, то Боккаччо уже, безусловно, у него, очевидно, это все было. Была вся эта флорентийская харизма и так далее. Ну, не такая, конечно, как у Петрарки, бьющая просто каким-то фонтанирующей вспышкой искр. А Боккаччо уже был более, скажем, кабинетным ученым. Поэтому он много на латыни написал. Его латынь, между прочим, такая более, скажем так, тяжеловесная, чем у Петрарки. У Петрарки она такая легкая, на самом деле. Боккаччо иногда, когда первый раз начинаешь его читать, как немножко напрягает, потом привыкаешь. Для нас он важен, что он уже писал конкретно сочинения о древности, потому что большая часть сочинений Петрарки на латинском языке, это вообще большая часть его сочинений, она в основном посвящена каким-либо диспутам, какой-то современной полемике, актуальным вопросам, естественно, с опорой уже на древних, вот посмотрите на них, и так далее. А он уже начинает делать такую работу, которую мы назвали ученой работой, филолога классика или историка классика или истории религии. Поэтому его первое вот это сочинение, которое я здесь обозначил, «Генеалогия Deorum Gentilium», кстати, которое вышло в изданиях Итатти, это, возможно, первая греческая и римская мифология, а также в каком-то смысле первая история греческой и римской религии, вышедшая в новой Европе, скажем, в Европе ренессансной. Забавно то, что он пользовался какой-то испорченной рукописью Лактанция, когда, по крайней мере, начало писал этой генеалогии, а у него там аллегорические толкования мифа, какие-то реальные толкования и сопоставления разных греческих версий, разных римских версий, ну, до которых он мог дотянуться, понятное дело. Самое забавное, что этой книжкой он положил начало не только научной филологии, скажем, да, но и, например, в каком-то смысле стал одним из столпов современного оккультизма и даже в каком-то смысле современной популярной культуры, потому что он из-за этой плохой рукописи Лактанция он обнаруживает, что первым богом, который создал все на свете, был некто Демогорган или Демогоргос, да, что, очевидно, просто неправильно списано переписчиком рукописи Лактанция с греческого «демиургос эстин», да, которую какой-то переписчик латинский, уже не зная греческого, просто переписал латинскими буквами, получилось «демогоргос». Да, если вы посмотрите просто в интернете это слово, обнаружите, что это страшный такой оккультный бог. Вот, и в конце концов, он же проник потом в сериал Netflix, довольно известный, да, «Очень странные дела» по имени Демогорган и так далее. Ну, в общем, это все просто рукописная ошибка. И таких рукописных ошибок, как вы знаете, довольно много. Вспомним хотя бы английское слово poetry, которое на самом деле происходит от
латинское слово поэтрия, которое происходит от греческого поэтрия, что значит поэтесса, да, или слово базальт, или название одной из американских столиц Монтевидео, или слово азимут. Все это рукописные ошибки или мифическая птица Алконост, в конце концов. Это довольно интересная тема. Но я опять улетел, извиняюсь. Еще другие важные сочинения. О судебных делах знаменитых мужей, De causis illustrium virorum, De claris mulieribus, о знаменитых женщинах, а женщины у гуманистов уже считаются людьми, как это ни странно. Да, некоторые так думают, что гуманисты тоже все были какими-то жуткими сексистами, с волочами в этом смысле, но на самом деле практически все знаменитые гуманисты это опровергают. De montibus silvis fontibus lacubus luminibus, да, о горах, лесах, источниках, озерах и реках. Вот. Это, естественно, только краткий список того, что я хотел сказать про Джованни Боккаччо. Но, как видите, он же стал первым, собственно, тем, кто... В каком-то смысле он был первым профессором вот этого флорентийского университета, Ло Студио, потому что его флорентийское начальство, видимо, как раз Калючи Солютати, пригласили, чтобы он комментировал божественную комедию Данте во Флорентийском соборе тогдашнем. Вот. То есть первый профессор, первый реально такой в каком-то смысле кабинетный ученый и один из первых, который стал пытаться создавать хорошую итальянскую на вульгаре прозу по образцу, естественно, хорошей латинской прозы. Да, нас в советские годы учили, что вот как бы гуманизм, ренессанс – это освобождение от гнета латинского языка. На самом деле нет. На самом деле это подражание латинскому языку и создание на его основе своей собственной национальной литературы вовсе не в пику. Вот. Я перехожу к Калюччо Салютати. Про него я скажу вам немного. Главным образом для нас он важен как такой вот мотор. Вот, всю свою жизнь прожил во Флоренции. Был поклонником невероятным, естественно, Петрарки, Боккаччо, древних авторов. И он переписку государственную, которую вел, будучи канцлером во Флоренции, просто уже стал писать на языке Цицерона. То есть сама уже эта переписка, как чуть через некоторое время уже переписка папского, собственно, двора, станет, наконец, нормальной латынью. Вот. Что тоже, естественно, очень важно, и это тоже является, на самом деле, предметом изучения филологов-классиков и просто получения удовольствия. Да? Филологов-классиков есть такое удовольствие, можем днем со студентами читать Цицерона, а вечером ради удовольствия читать его же. Ну и также с этими письмами Калючи Салютати и других авторов, которые, казалось бы, к литературе не имеют отношения, но даже их они старались писать красиво. Да, в этом смысле почему-то я вспомнил, что поскольку все они старались сделать красиво, создать мир вокруг себя как искусство и свою жизнь как искусство, естественно, вам наверняка знакома книжка великого Якоба Бурхарда, друга Фридриха Ницше по Базелю, которая называется «Культура Возрождения», кажется, если мне не изменяет память. Он по-немецки называется «Культура Geschichte der Renaissance». Кажется так, я могу сейчас ошибиться. Николо де Николли, четвертая моя голова на сегодняшний день, сам практически ничего не писал. И если некоторые гуманисты, это тоже интересный момент, одевали римскую тогу для того, чтобы почитать Цицерона и разговаривали исключительно с коллегами, исключительно на латинском языке, причем хорошим. Он так любил латинский язык, что вообще ни с кем не разговаривал на латинском языке, считая, как бы он его не осквернит своими ошибками и так далее. Вот отсюда, возможно, идет такая мысль довольно тупая, что нельзя латинскому языку обучать говорением и письмом на латинском языке, потому что мы так будем создавать ошибки. Ну, странно. Это, конечно, нужно быть очень себе большого мнения, чтобы твои школьные тетрадки потом публиковали, да, и тем самым создавали какую-то дурацкую новую латинскую прозу с ошибками. Значит, Николо де Николли написал только одну вещь – об орфографии. Вот. Но был страстным собирателем рукописей, переписчиком практически со всеми тогда известными гуманистами своего времени и был таким центром притяжения флорентийского гуманизма. Собрал библиотеку из более чем 800 рукописей, которая сейчас является сердцем местной библиотеки Лаврентиана во Флоренции.
Да, про какие-то частные особенности их жизни, про то, что Николли был страшно обидчивым человеком, женился на своей там служанке, всех, кто ее как-то вот порицал, он тут же прекращал общение, был таким вот, ссорился непонятно, ну, непонятно за что, из-за чего и со всеми. Ну, собственно, они все в основном этим занимались, ссорились друг с другом, к сожалению, несмотря на все свои, скажем так, высоконравственные устремление. Это совершенно не значит, что все это зря, если они там где-то повели себя не очень красиво. В конце концов, они люди. Леонардо Бруни или Аретино. Мы уже про него сегодня говорили, потому что он был одним из первых учеников Хрисалора и, наверное, самым лучшим его учеником. Он был, собственно, папским секретарем, апостольским секретарем Иннокентия VII. Участвовал в соборе в Констанце в 1415 году. Вот. А потом все время жил во Флоренции, где в 1427 году стал государственным канцлером Флорентийской республики. И, как вы знаете, наверняка, если вы были во Флоренции, прямо в том самом Флорентийском дуомо он и похоронен. Был совершенно, опять же, безумным охотником за рукописями. Естественно, пока он там был на этом соборе в Констанце, облазил все, что там было можно по германским монастырям и так далее. Ему, конечно, не так повезло, как потом его последователю, великому Поджо, но, тем не менее, тоже везло. Но главным для нас он важен, это своими переводами, совершенно удивительными. Это невероятно вкусно, это просто деликатес, а не перевод. Не перевод. Чтоб я так когда-нибудь переводил, хотя бы после смерти в кущах блаженных античных мудрецов. Аристотель, Ксенофонт, Платон, Демосфен. Это я вам только перечисляю такие самые известные. Платона, понятно, он не всего перевел. Эта честь выпадет другому гуманисту Марсилио Фичино. Но из Платона его переводы Федона, Горгия, Федра, Критона, Апологии Сократа, Писем и так далее. Демосфена прекрасный перевод о венке, да, наверное, самой знаменитой речи великого афинского оратора. Ну а шестая глава – это Джованни Ауриспа, который родился в Ноло на Сицилии, преподавал потом там и с 1424 года, собственно. А до этого он умудрился учиться в Константинополе, выучился там греческому языку, и когда он возвращался из Константинополя в Венецию, в Италию, все знали, что он несет какую-то невероятную тонну совершенно ценнейших рукописи греческих классиков. А вез он реально 238 рукописей в 1423 году. И какой город ему больше предлагал, тот и надумал выбрать. И это была купеческая Венеция, куда он и прибыл. Из 1424 года преподает сперва в Венеции, потом в Болонье, потом в Ферраре, потом становится секретарем папы Евгения IV в Риме. Это уже в 1441 году произошло, за 3 года до его смерти. Вот. Во время собора Базельского он тоже, естественно, исследовал рукописи Гельвеции, да? И там, в частности, обнаружил рукописи Тертуллиана. В 1433 году он открыл римские вот эти вот латинские панегирики, да? С известнейшим панегириком Траяну Плинием младшего. Древнейший, ну, такой неизвестный, по крайней мере, средневековым читателям, комментарий Доната на Теренция. В Кёльне он открыл рукопись риторики Фортуната. В общем, был совершенно невероятным собирателем. Практически про каждого из них можно написать роман или новеллу, и про некоторых даже написано. Да, в частности, про Поджо есть книги романного исторического характера. Вот. Среди его знаменитых рукописей, собственно, которые составляют цвет, это вот, я не знаю, как еще назвать, янтарь библиотеки Сан-Марко в Венеции. Это рукописи Эсхила, Софокла, Пиндера, Аристофана. Вот это, между прочим, тот самый, наверное, самый знаменитый рукописный список Гомера, Илиады. это Венетус А, да, который невероятно важен, потому что в нем Схолия и древние комментарии находятся. Это, наверное, самая известная рукопись Гомера, которую вы читали наверняка в книжке Владимира Владимировича Фаера «Рождение филологии». Кроме того, ценнейшие рукописи Демосфена, Платона, Ксенофонта, Аристотеля, Страбона, Диодора, Плутарха, Ариана, Лукиана, Афинея, Диона Кассия,
И других это я только чуть-чуть перечислил. В общем, Джованни Ауриспа был очень удачливым человеком и, как видите, не так мало пожил, как некоторые, например, если сравнивать с великим Флоренцо Валло. Сейчас я немножко остановлюсь на еще одной важной части классической филологии – это педагогика классическая. И для Ренессанса и для позднейших времен громадную роль сыграли два человека. Это Гварино Веронский и Витторино да Фельтре. Гварино Веронский учился у Хрисолора в Константинополе еще, причем учился по тогдашней традиции, то есть он просто поступил к нему слугой с правом слушать уроки по греческому языку и читать каких-то авторов с греческими же константинопольскими учениками под руководством Мануила Хрисолора еще до того, как Хрисолор переправился в Италию по приглашению Калюччо Салютати. Затем он преподавал в Венеции, в Триенте. 4 года, с 1410 по 1414 он преподавал во Флоренции, затем в Падуе и, наконец, в Вероне. В 1420 году он там осел. Какое-то время в Болонье и, наконец, в Ферраре, где он, собственно, и умер в 1429 году. Прозвище Веронский, ему, естественно, во-первых, это его родной город, а во-вторых, он почти 10 лет там пропреподавал и создал там школу, совершенно удивительные какие-то педагогические приемы Гварина или Гуарино через У у нас в основном, по-моему, сейчас пишется. Я почему-то на старый манер через В написал Гварино, это проще произносить, в конце концов. Его педагогические приемы, о них много чего рассказывают. Да? Но мы обратимся к его филологической деятельности, потому что ему принадлежат замечательные переводы Плутарха. Ну, он перевел 10 жизнеописаний параллельных. Это Страбон, не всего, первые 10 книг, поэтому если им занимаетесь, и если вы даже ресерчем, форшингом, исследованием занимаетесь, пользуйтесь этими переводами, на самом деле они важны, учитывая, что эти тексты все на самом деле не такая простая штука в принципе. И Сократа, ну, тоже, естественно, не всего, и Лукиана. И, кроме того, издавал в рукописном варианте, делал свои издания, вот Плавта, Ливия, Плиния, и Катула. Многочисленные комментарии ходят в рукописях и ходили под его именем, в которых собрано, рассеяно множество интересных текстологических заметок по исправлению или конъюнктуральной критики рукописи древних авторов. Это очень важно. Да, относительно вообще тем, как гуманисты занимались критикой текста, по этому поводу вы можете прочитать книжку. Да? Еще один, как говорится, вопрос, на который ответ в виде книжки. Был такой филолог-классик Себастьяно Тимпанаро. У него есть книга «Происхождение метода Лахмана» или «Лахмановского метода». Да? Вы знаете, что Лахман – создатель современной критики текста, текстологии еще у нас ее называют. Вот. И то, как этим занимались гуманисты и в ранней Новой Европе, Тимпанаро удивительно увлекательно рассказывает свои книги. Она есть по-английски и по-немецки, если что. Поэтому, если вы наберете просто в Википедии Себастьяно Тимпанаро, вы наткнетесь на эти книжки. И, естественно, они есть в PDF-ах на каком-нибудь Либгене. Не найдете, пишите. Следующий важный учитель – это Витторино да Фельтре. О нем я вообще не хотел бы много говорить. Вообще думал пропустить, но на самом деле хочется, потому что он был каким-то совершенно гениальным учителем, который сам был сыном какого-то бедного переписчика, обучался в Падуе, потом преподавал в Венеции, наконец стал там же учителем красноречия, но в 1425 году перебрался, ой, там у меня опечатка, в 1425 году перебрался в Мантую, где основал школу, которую финансировали местные владетельные особы Мантуи, князья, кажется, я сейчас могу ошибиться, которая называлась «Дом радости». Это было что-то вроде пансиона, такого вивариум новум того времени, где, естественно, говорили только на латыни, пользовались гуманистическими методами образования, то есть, конечно, не без порки, но порка была в минимальных дозах, изучали, кроме, скажем так, как мы бы сейчас сказали, гуманитарных наук, также естественные, то есть и математику, и астрономию, и читали, естественно, древних авторов, которые об этом писали. Из его школы вышло очень много знаменитых и учителей, и знаменитых политических и культурных деятелей Италии.
Ну, а теперь, наконец, так, я за временем не слежу, и часов у меня сейчас нет, ну ладно. Это Франческо Поджо Брачеллини, о котором наверняка вы сами и без меня все знаете. Он родился в Терранова у Флоренции, вырос под покровительством Медичи, вот, и Медичи, и самого Калюча Салютати, и Николли во Флоренции, которые видели в нем задатки таланта необычного. Наконец он стал апостольским секретарем и был папским секретарем при 8 папах. 50 лет с 1403 по 1453. Да, по сути дела, он создал вот эту папскую римско-католическую латынь папской курии, которая дожила примерно до Второго Ватиканского собора. Вот, более-менее, скажем так. По крайней мере, в начале 20-го еще вполне себе цвела в том виде, который, видимо, задал ей Поджо. Понятно, что он сам много чего сочинял. Ну, самые известные это его фацеции. Есть и в русском переводе, и по латыни легкий текст, хороший текст для там, одного из первых чтений на латинском языке. Но самым главным это было то, сколько он всего нашел. Да, тут есть еще одна книжка такого американского журналиста, Greenblatt, его называется. Это есть книжка в русском переводе, которая посвящена истории в рецепции Лукреция. И главным образом она большей частью посвящена фанатству, я бы сказал, по поводу и грезам по поводу Лукреция именно в эпоху гуманизма, и позже там одна из центральных фигур. Если вы наберете в Википедии Greenblatt, то вы... Потому что по-английски она по-другому называется, по-русски по-другому, а по-французски еще третья. У меня была французская версия, как-то я просто в поиск купил. И она что-то по-русски очень так широко называется, что-то вроде там «Век Ренессанса», что ли, или что-то в этом роде. Но она, на самом деле, посвящена Лукреции. Это очень классная книжка, на самом деле. Это просто журналист, но, тем не менее, такой хороший журналист, который даже Пулитцеровскую премию получил. Я не уверен, за эту ли книгу или за какую-то другую. Но, тем не менее, это по-русски есть. Когда по-русски есть, хочется сказать с радостью, или, там, скажем, скатив камень с сердца. В общем, нашел он просто море. Это плав 20 комедий, из которых 12 до того времени были неизвестны. Частично Лукреция этого самого, Цицерона. И Цицерона из неизвестных на тот момент были речь в защиту Секста Росция Милинского и Замурену. Арата, Витрувия, Колумелу, Манилия, Петрония. Вот, собственно, более-менее, он не полного Петрония нашел. Петроний, который вот самая полная рукопись, которую мы знаем, была найдена в Далмации. Это вот как раз Кена Тримальхиони, Спирт Тримальхиона в 1650 году в городе Трау. Полного Квинтилиана, Франтина, Сильвы Стация, первые шесть книг аналов Тацита, диалог его де ораторибус, Германия, Светония де грамматикис и де риторикис, Силия Италика, Миан Марцеллин, и многочисленных грамматиков, например, Ноний, Приссан, Фест, Капор, Евтих, Псевдопроб. Ну, в общем, был невероятно везучим человеком, явно обладал коммуникативными способностями очень хорошими, ну, а кроме того, был апостольским секретарем, что, естественно, открывало ему двери в многочисленных монастырях с рукописными хранилищами. Флавио Бьондо, 10-й человек на сегодняшний день, его можно назвать с полным правом основателем, наверное, классической археологии, потому что в первую очередь его интересовали, скажем, не сами древние авторы, а то, как из древних авторов и из современных остатков того, что осталось, можно воссоздать древний Рим. И вот его все три работы, средняя из которых посвящена уже не просто Риму, а Италии, посвящены, собственно, описанию Древнего Рима и Италии, насколько это можно взять из древних авторов и сравнить, скажем так, in situ, на земле, в ландшафте, который его окружал, с тем, что осталось до него. Невероятно его увлекательно читать. Он, между прочим, тоже был апостольским секретарем с 1433 и вплоть до своей смерти. Вот. Как говорит Гудеман,
Und zweifelhaft der gelehrteste Archäologe der Renaissance. Да? Без сомнения, самый ученый археолог эпохи Ренессанса. Значит, Рома Инстаурата, Рим восстановлен, Италия Иллюстрата, освященная Италия, Рома Триумфанс, триумфирующий Рим. По-моему, что-то должно было выйти из его вот этих трудов. Я забыл, кто, но кто-то мне говорил, что переводит на русский язык. Я сейчас не помню. 11-й человек, тоже в каком-то смысле связан с археологией, это Кириак Анконский или Чириаку де Пицциколле, 1391-1450, примерно, на самом деле, когда он умер, точно неизвестно. Может быть, он уже умер и после захвата Константинополя османами. Темное дело. Но человек, он невероятно интересный и вполне себе такой герой очень увлекательного романа, авантюрный и совершенно удивительный со своей историей обращения в классику. Да, он довольно рано потерял родителей, очень кратко скажу. Вот, его воспитывал его дядя, купец в Анконе, да, вы знаете, это восточное побережье Италии, побережье Адриатического моря. И до 30 лет Кириак спокойно занимался этим бизнесом, совершал многочисленные бизнес-поездки в разные страны, в Египет, в Малую Азию, куда только он не ездил. Вот. Но местный епископ, который, кстати, потом станет папой, я сейчас забыл, как его, Евгений, по-моему, четвертый, что ли, да, или третий, но меня исправят медиевисты, которые тут у нас есть. Значит, он тогда был там местным кардиналом. Он сделал Кириака Анконского смотрителем за портом Анконы. И идет такой гордый, молодой, 30-летний Кириак, уже с карманами, которые рвутся от невероятных куч бабла, которые он насобирал, от невероятного уважения к самому себе и от тех прерогатив, которые на него возложил местный кардинал. Идет по порту и видит, что там стоит арка императора Тита. И видит, что там наверху была какая-то надпись. Естественно, медные буквы, которые туда были вставлены, давно уже были стырены, вот, и где-то там распроданы, либо вообще сгинули в космической пыли. Но он захотел узнать, что там написано. Приказал принести ему лестницу, поднялся и ничего не смог прочитать. Я уж не знаю, как он там общался с другими, наверное, на итальянском языке, но латыньки он не знал. И тут с ним происходит какое-то обращение, как на пути с неким Савлом в город Дамаск. Он не слепнет, а наоборот, скажем так, прозревает, нанимает учителя латинского языка, учит целый год у него латыньку, потом его прогоняет и учит, гордо пишет в своих дневниках. От него дошли дневники поздние, по крайней мере. Есть целое житие Кириака Анконского. Тоже вам рекомендую. Очень интересное чтение. Потому что это уже тогда это выглядит как какой-то роман приключенческий. И он прогоняет учителя латинского, говорит, я буду теперь сам по Вергилию учиться. Потом он также будет учить греческий в Константинополе, наймет грека-учителя, год с ним занимается, потом прогоняет и говорит, я буду по Гомеру учиться. Пишет свои удивительные дневники в таком полудетском стиле. Латынька у него так себе, греческий тоже не очень, скажем так, довольно специфично все у него было устроено. Такой фрик, скажем так, но мега талантливый и мега, скажем так, ну, такой перпетум мобиле, то есть неостановимый какой-то совершенно. Гуманисты между собой посмеивались над его латинским языком, но все были ему благодарны. Все были ему благодарны за то, что он... Почему он является отцом эпиграфики? Тут что-то пишут. Так. Потому что он первый стал не просто списывать текст с камней, да, он первый стал и зарисовывать сам памятник, камень, и списывать тем шрифтом, на котором они были написаны. И он списывал громадное количество. У меня такая новость. Ребята, что теперь тараканы ползают не там, а они уже на полу ползают. Где на полу? Конечно. А можете звук выключить? Сейчас, подожди. Так, сейчас посмотрим, что они там, суки, делают. Евгения, выключите звук, пожалуйста. Боже ж мой. Ну вот, значит, о чем это я? Почему это важно? Потом он это все переписывал аккуратно в какие-то свои дневники, потом отправлял гуманистам, например, Николо де Николли и другим, которые все, что связано с древностью, невероятно любили, сами никогда в какой-нибудь Малой Азии не бывали, ни на островах Эгейского моря, где Кириак Анконский путешествовал немало,
Да, он даже создал себе из какой-то Нереиды одну из своих личных богинь. Гермес был его личным богом, естественно, он же купец и так далее. Все это довольно забавно читать в его дневниках. Они были изданы, кстати, в серии Итати Боднером, таким американским исследователем вообще творчества Кирияка Анконского и его рукописей. Но почему важно для нас это? Эти его переписанные надписи вместе с памятниками. Вы можете посмотреть просто в сети, у некоторых лежит, как они выглядят в рукописях, уже не с руки самого Кирияка Анконского, а с переписанных уже. Дело в том, что многие из этих памятников, они просто до нас не дошли, они были либо уничтожены. Например, Кириаку принадлежит одна из зарисовок памятника Константину Великому в Константинополе, который, как вы знаете, османы порушили. Да? А Кириак его еще видел вполне себе живьем, скажем так. И вот так вот, значит, хорошо все это срисовывал и списывал. И для этого мы ему невероятно благодарны. В какой-то момент, где-то в конце 17-18 веке, какие-то странные люди, занимавшиеся эпиграфикой, стали говорить, что Кириак что-то там фальшиво монетил, скажем так. То есть он сам типа выдумывал рукописи, которых не существовало. Но великий Август Бёк, а за ним Теодор Момзен, доказали, что Кириак списывал с камней реально, как оно было. То есть вообще он был очень тщательным и серьезным человеком. Но оправдывать его репутацию пришлось, потому что она чуть не 100 лет держалась, что Кириак, значит, поддельщик. На самом деле этого не было. Рассказывают историю, что когда в один из своих приездов в Рим на белом коне его свита пошла дальше, он ее отправил, а он стал рыться, что-то искать в руинах, поросших мхом, травой, кустарником. И какой-то удивленный местный житель или, как всегда, полубандит в этих округах Рима, вокруг Ватикана, спросил, что ты тут делаешь? Он говорит, я пробуждаю мертвых, да? Морто садвитам ревоко. И вот эта вот цитата из Бьондо, из Италии Иллюстрата, где он говорит о Кириаке Анконском, что тот «monumenta investigando et justissimo morto sub dicebat vivorum memoria restituebat», который с помощью исследования древнейших памятников, как он сам говорил, восстанавливал для памяти живых мертвых, то есть воскрешал мертвых для памяти живых, mortuos vivorum memoria restituebat. О Кириаке я могу много говорить, поэтому я его пропускаю. И перед нами Франческо Филельфа, одна из самых неоднозначных личностей и при этом одна из самых талантливых, что тут скажешь. Вот, он был одним из самых знаменитых таких путешествующих, странствующих учителей эпохи Ренессанса, главным образом благодаря своему какому-то совершенно дикому характеру. Ему обязательно нужно было много денег, ему обязательно нужно было чуть не 10 слуг, если не больше. Вот, у него были жуткие дрязги с флорентийскими медичами, со взаимным наемом наемных убийц, с совершенно уродскими, жуткими инвективами против Медичи, где он обвиняет его во всех самых жутких там грехах, которые только можно придумать. Это король инвективы ренессансной, Филельфа. И при этом написано это на таком вкусном латинском языке, что оторваться невозможно, несмотря на то, что ты читаешь, это омерзительно по содержанию просто-напросто. Вот. Но тем не менее удивляешься, как он смог так это все делать. А это один из редчайших, один из самых лучших вообще латинских писателей, когда-либо существовавших, включая древность. Что он сам прекрасно понимал, и вот я вам его эпиграмму внизу выписал. «Сима вергилиус суперат карминибус уллис, лаудибус оратор, иллего сум малиор, синтули эллоквио праестат факундия ностра, версибус илле моис кедит убиква минор, адекватуэт лингва по сум праестаре пелазга, эт летина талем, квем михи дабис лиум». Извините. Значит, если меня Вергилий превосходит в своих похвальных каких-то стихах, то, значит, как оратор, я его лучше. Если, значит, красноречие, если богатство языка Марка Тулия Цицерона в красноречии превосходит мое, то я все же тот человек, то в стихах он мне уступает, будучи меньшим, да? Прибавить что? Еще то, что я, значит, превосхожу и в пелласском языке, и в латинском, то есть в греческом и в латинском. Кого ты мне еще противопоставишь другого? Талем квем михи дабис алю. Вольно немножко перевожу, чтобы просто побыстрее. Значит, просто из этого стихотворения уже видно, как он к себе относился.
Он родился в Толентино. Образование в Это что за размер? Это элегический дистих. А. Родился в Толентино, образование получил в Падуе, учился в Венеции, в Болонье, во Флоренции, в Сиене, в Милане. В 1453 году был увенчан в Неаполе венцом поэта. Вот, петрарчанца тогда никуда не делось, наоборот, сильно развивалось. Вот. Был какое-то время апостольским пресс-секретарем при папе Николае V. Пятом, благодаря своим знаниям греческого. Сейчас, секунду, я, оказывается, сам могу звук у человека выключить. Почему я раньше не догадался, что мы про тараканов узнали. Ну так вот, значит, с 1474 по 81 он жил в Риме, а умер, тем не менее, во Флоренции. Да, он изначально во Флоренции тоже начинал. Ну, естественно, рассорился жутко с Медичами. И почитайте, его жизнь довольно интересна сама по себе. Для филологии важен он для нас тем, что совершенно удивительно, опять же, переводил речи Лисия, Кирипидию, Ксенофонта, Агесилая, Спартанское государство, Република Лакедемониорум, псевдоплутарха Апофтегмата, риторику Аристотеля. Что еще? Кроме того, нужно понимать, что он еще учился греческому не абы где, а в Константинополе. В 1427 году он оттуда приехал, где учился чуть ли у самого Хрисолора, но я могу сейчас ошибиться, не буду вам врать. И привез оттуда замечательные рукописи, среди которых, опять же, Гомер, Гесиод, Пиндер, Геродот, Эврипид. И многие другие. В частности, Полибий, например, что важно. Другой человек вам без меня знаком, потому что Лоренцо Валла, собственно, считается отцом классической, научной классической филологии. Ну, что о нем сказать? Наверняка вы сами без меня все знаете. Очень немного скажу. Родился он в Пьяченце. Вот. Образование получал у Джованни Ауриспо и Леонардо Бруни в Риме. Вот, в 1431 году стал профессором риторики в Павии, затем преподавал с 1933 в Мантуе, так, в Мантуе или в Милане, простите, Генуе, Феррари и Мантуе, наконец. С 1435 по 1448, больше 10 лет, он, собственно, служил при дворе короля Альфонса V в Неаполе. А с 1448 стал профессором в Риме и, опять же, папским секретарем Николая V. Его считают основателем филологии как таковой, то есть основателем критики текста. И вот его сочинение, самое известное, «De falsu credite et mentita Constantini donatione declamatio», то есть речь о ложно вменяемой и, скажем так, оболганной, я не знаю, как еще, ложной, грубо говоря, ложном даре Константина. Да, вы знаете, что такой документ «Донатио Константини», «Константинов дар», которым очень гордились в Ватикане, который якобы сам Константин Великий, император Рима, даровал, значит, и церковную, и светскую власть римским папам над Западной Европой. И Лоренцо Валла доказал, что это ложное сочинение, написанное гораздо позже, в эпоху Средневековья, и доказал это на основании анализа языка и на основании некоторых реальных данных, реалия, которые анахронистичны. Вот. В русском переводе, по-моему, имеется. В серии «Итати» его издал аж сам великий Глен Бауэрсок, один из самых величайших ныне живущих еще американских филологов, классиков и историков. Кроме того, для нас важны его сочинения о сравнении Цицерона и Квинтилиана, которое было в пользу Квинтилиана, то есть по поводу концепции риторики и риторической практики и риторической педагогики. Вот. И совершенно удивительная элегантия лингвы латиной, красоты латинского языка, которая читается даже до сих пор с великим интересом и великой пользой для всякого практикующего латинский язык, для всякого, кто интересуется латинским языком. Это первое, что мы бы сказали, практический синтаксис, стилистика и семантика латинского языка. Настолько
он думал о том, что он хорошо знает латинский язык Валла, а он действительно прекрасно его знал, что он даже древних авторов укоряет в ошибках и их исправляет, так сказать, укоризненно, помахивая указательным пальцем самому Цицерону. Так что, когда он умер, флорентийские гуманисты сочиняли эпиграммы, что вот Лоренцо Валла умер, и теперь может самого Цицерона в том мире поучать латинскому языку. Важна для нас, да, про первую я еще скажу, это важный исторический факт. Первый раз это сочинение было издано, написано в 1440-м, видимо, или в 1939-м, грамматики Кертент, как говорится, а издано было, по-моему, в 1429 или в 1427 году другим великим гуманистом, но уже немецким, германским, Ульрихом фон Гуттеном. Вот. И это будет важно и для другого сочинения. Я только важный для филологии вот конкретно. Понятно, что он был еще и философом, наверное, самым одаренным этого века среди итальянских гуманистов. Я этого вообще не касаюсь просто сейчас. Его замечания к Новому Завету были невероятно важны для библейской критики. И ими очень сильно загорелся еще тогда довольно молодой Эразм Роттердамский, и он первый как раз их издал в печатном виде, эти Однотатионы с Одновым Тестаментом, и использовал в своих исследованиях Священного Писания. Да? И поэтому тот самый Textus Receptus или Рецептус Нового Завета, который мы имеем, во многом у него в каких-то основаниях лежат Однотатионы с Новым Тестаментом великого Лоренцо. Обратите внимание, как он мало прожил, всего 50 лет. И за это время он создал в каком-то смысле современную ученую Европу. Его важные комментарии – это комментарий Квинтилиану, первое печатное издание в 1494 году, невероятно важное до сих пор, и переводы на латинский язык Эзопа, Геродота, Фукидида, первые 16 песен Илиады, причем прозой, и это очень важный момент. Это действительно и важно изучать, и важно на самом деле печатать такие вещи, чтобы они были в доступе, они все еще хранились в рукописях. И, наконец, Демосфен. Естественно, не весь. У Демосфена о венце тоже, о венке его речь сохранена. Осталось два человека, о которых я сегодня хотел еще сказать. Это Марсилио Фичино. И вот тот редкий случай, когда я могу вас опять отослать к русской книжке. Специалист по Ренессансу и по гуманистической литературе, московский Кудрявцев, я сейчас не помню инициалы, написал книгу «Флорентийская Платоновская академия», которая, в общем-то, самая главная книга по Фичино в наше время. На мой взгляд, немножко скучновато написано, но, тем не менее, человек занимался всю жизнь и занимается, наверное, надеюсь, Марсилио Фичино. А вы знаете, что он был одновременно и врачом, и клириком Флорентийского собора, и создал вокруг себя такую флорентийскую платоновскую академию, был таким платоником, вот, который много занимался магией, понимаемым в ренессансном смысле, как философия натуралис. Да? Вот. И было понятное дело, как все тогда нормальные люди, как и вообще нормальные люди здорового человека, фанатом древних авторов, хотя и главным образом философских. И много переводил. Я просто тут написал некоторые, да, «Корпус Херметикум», «Ямблих», «Прокл», «Порфирий», «Дионисий Ариапагит». Главный его перевод – это весь Платон на прекрасный латинский язык. Кроме того, он сам составлял комментарии к Платону и переводил комментарии на Платона, того же, помните, Прокла или других еще других платоников. Интересно для этого времени то, что «Корпус Херметикум» тогда считался гораздо более древним сочинением, чем Платон, потому что Гермес Трисмегист, так они в это верили, да, был самым таким основателем философии как таковой. И когда Казима или Лоренцо Медичи притащил Фичино раздобытый, наконец, полного Платона в рукописях, и Фичино уже взялся его переводить, тут он, Медичи опять к нему заходит, слушай, тут «Корпус Херметикум» притаранили, и Фичино отодвигает Платона и переводит сперва «Корпус Херметикум». Уже потом только было доказано, уже через век или чуть раньше, что «Корпус Херметикум» по самому своему языку выдает свое происхождение уже римской эпохи. То есть это вообще довольно поздний текст. Вот, это немногое, что я хотел про него сказать, но почитайте у Кудрявцева еще. И про Анжело Полициано я сегодня скажу, и на этом остановлюсь. Значит, Анжело Полициано, ну да, тут три у меня фразы. Поэт, переводчик, филолог,
еще и профессор можно добавить, прожил он недолгую жизнь, как видите, но за это время успел просто невероятно много сделать. И слава богу, про него есть и книги, выпускающиеся, например, последняя, самая хорошая, по-моему, вышла в швейцарском женевском издательстве «Дроз». Если интересно, естественно, я могу выложить в нашем чате. Не помню, она по-французски или по-английски, кстати. Но, наверное, лучшая про него. Недавно в издательстве «Салерно» вышел его классный сборник стихов и итальянских, и латинских, совершенно удивительных, потому что стихи – это с чего он начал. Он довольно рано выучил и греческий, и латынь, 15 лет уже стал, чуть не в 15 лет стал преподавать во Флоренции. Сам он в ней родился. Он был, собственно, учителем Лоренцо де Медичи, и с 1480 года, то есть 26, получается, лет, 26 лет стал профессором греческой и латинской литературы во Флоренции. Вот. К его ученикам, кстати, относится также великий немецкий гуманист, германский, Йоган Рейхлин. Уже с 16 лет, примерно в 16 лет, он перевел несколько песен Гомера, Илиады, это с вторую по пятую, вот, на латинским гекзаметре, совершенно замечательным. Вот. А в 16-м, уже в 18-м, когда ему было 18, он уже издал своего Катула, уже печатного, свое издание Катула. Человек сделал 18 век, лет, чего, говорится, добился ты. Его знаменитые «Мескелания» – это разные заметки к тексту римских авторов, невероятно остроумные, умные, и многие из них входят в критические аппараты к современным изданиям. Это «Praelectiones» – это такие вводные лекции, которые сохранились на латинском языке, и они тоже весьма интересны на самом деле. Так, в частности, мы знаем его введение в Гомера, Гесиода, Вергилия, Пантелеяна, Стация, к Светонию и Персию. Кроме того, успел много напереводить. И Калимаха, и Геродота, и Эпиктета, и Платона, и Плутарха, и Гиппократа, и некоторые сочинения Галена. Занимался также пандектами. И мы знаем только, что он предложил несколько, целый ряд интересных чтений к этим текстам юридического характера. Но и на этом я сегодня про гуманистов закончу. И мы закончим итальянцев в следующий раз. Если у вас вопросы, друзья, у нас еще есть время. Понятно. У меня есть. Да, слушаю. Это, наверное, к прошлой больше лекции относится. Но вот как вы оцениваете роль Средневековья в сохранении или утрате античного наследия? Западного? Средневековья, да. Ну, можно и исламского. Нет, для меня оно есть, ну, как бы про исламское мы немножко говорили, там, это для нас важно, конечно, но не то чтобы. Хотя нет, сильно важно на самом деле. Вот, ну, как я оцениваю. Ну, спасибо то, что, за то, что сохранили, как говорится. Так, с точки зрения филологии, мало чего, да. С точки зрения, там, логики, например, формальной, интересные моменты, да. Вот, особенно, насколько я знаю, как логики мне рассказывали, историки логики из МГУ, особенно какие-то разработки уже позднего Средневековья в этом плане. Но я здесь не специалист, врать не буду. Но спасибо то, что донесли, как говорится. Я донес то, что смог. Вот. То же самое и про Византию. Здесь, конечно, учености больше, но могли бы донести побольше на самом деле. Но они больше и донесли, потому что все-таки у них какое-то более широкое образование сохранялось, видимо, чем у средневековых западных коллег. Что я тут могу сказать? Такой широкий очень вопрос, Кирилл. Алексей Вячеславович, а можно я вас спрошу? Да, конечно. Григорий Борисов говорит. А насколько знали вот эти вот первые итальянские гуманисты Петрарка, Боккаччо, греческий? Петрарка вообще не знал. Ну, то есть, то, что он знал, это называется не знал. Он сам об этом писал в Боккаччо. Он учился у этого калабрийца Варлаама, довольно известного, особенно по спору, касающимся паламитов. Наверняка, если вы историю церкви представляете, слышали это, Варлаам Калабрийский. Так вот, он учил Петрарку,
причем чуть не два раза принимался. И Петрарка писал Боккаччо, что ему кажется, что он сам лучше знает греческий язык, чем его учитель. И очень страдал от того, что он его не выучил. Обнимал Гомера и говорил: «Ох, как я хотел бы тебя прочесть». Боккаччо уже знал неплохо и мог читать древних авторов. Я забыл, у кого он учился сейчас, но я думаю, это можно выяснить, если ему известно. Вот. А Боккаччо уже, можно сказать, знал. Но, конечно, вот тех, о которых, можно сказать, знал с большой буквы, это уже вот эти первые ученики Хрисолора, Бруни и прочие. Вот. Спасибо. Нет, а что, еще вопросы есть, ребят? А тогда такой же вопрос в отношении византийских авторов. Они знали латинский? Поздний византийский. Я, по-моему, в прошлый раз как раз об этом рассказывал. Вот, это Максим Планут, некоторые другие. Опять же, рекомендую вам эту книжку, о которой я говорил, это Медведев «Византийский гуманизм» 14-15 века. Более ранние не особо знали. Если вы посмотрите книжки Лебедева о том же патриархе Фотии, да, опять же, связанные, например, с окружным посланием патриарха Фотия, господи, какого оно, 116-го, что ли, года, у меня память может изменить, вот, или какого-то другого, и по ответам, как бы, по их вообще взаимоотношениям, сношениям с Западной Церковью, понятное дело, что в церкви, ну, в Византии были люди, которые знали латинский язык. Вот. Другое дело, что римских авторов они не читали. Вот. И они были им практически неизвестны. Алексей Зоч, ли среди гуманистов филелины настолько, чтобы принимать греческий миф и греческую религию всерьез, а не как поэтический телос? Может, кто-то втайне приносил жертву Афине и считал, что Полифон отвернулся от христианства, но при том воспринимал миф аллегорически, а не буквально? Я думаю, что как Полифон в основном, ну, не отворачиваясь от христианства, я сомневаюсь, что Полифон на самом деле отвернулся от христианства. Напоминают некоторые заявления одного предстоятеля православной церкви, что все гуманисты, все ренессансисты были язычниками, на что покойный, к сожалению, ныне один из специалистов по гуманизму и ренессансу исторического факультета МГУ, Володарский, чуть там потрясал кулаками и говорил: так они же все христиане. Да, они действительно были христиане. Вот, и в том числе тот же Фичино, у которого там стояли некоторые языческие статуи чуть не в церкви. Вот, просто он умел это спокойно и аллегорически воспринимать именно. Что касается вот этого вот филеллинства, чтобы, я не знаю, там одевать греческий философский какой-нибудь трибон, там отращивать себе бороду, я не знаю, до гениталии и прочего, то про трибон не знаю, борода, да. Вот, но не в таком же, конечно, стиле, как надевать тогу для чтения Цицерона. Вот. Мне лично вся эта вот эллинская штука, такое религиозное филеллинство, естественно, мега постмодернистское, скорее приходит в голову здесь культ такой, греческий культ в Советском Союзе в 80-е годы. Возможно, вы читали книжку Эпштейна об этом. Господи, как она называется. Про разные такие странные культы в СССР 80-е годы. По крайней мере, по Москве там есть культ Пушкина, пушкинисты. Есть культы фанатов греческой религии, для которых Библия была книжка Куна «Мифы Древней Греции». То есть для людей вот это было священным писанием. И какие-то там они обряды, значит, устраивали. Совершенно удивительная вещь. Господи, какая же эта книга? Она была мега популярна в начале 90-х. Потому что она вначале была издана Институтом по религии и атеизму Академии наук для внутреннего пользования. А потом в начале 90-х издал издательство «Лабиринт», по-моему. Вылетело из головы, простите. Там, по-моему, в названии что-то про сову было. Или сову. Не-а. Нет? Не-а, по-другому там было. Почему у меня вылетело? Ну, я вспомню. По-моему, Эпштейн был автор. Он сейчас довольно много пишет, по-моему. У него очень классная книжка про постмодернизм в России есть. Это уже когда он, по-моему, эмигрировал. В общем, вылетело из головы. Давайте лучше вернемся к классической филологии. Есть ли еще вопросы? А вот еще вопрос. Здравствуйте. Не могли бы повторить еще раз название источника, используемого Боккаччо для написания «Генеалогия Деорум Гентилиум», где была эта опечатка? Это какая-то плохая рукопись Лактанция. Вот. Возможно, «Институционес Дивиной», да, «Божественные установления». Известно, какое имя там подразумевалось? Ну, конечно, известно. Это слово «демиургос», что значит «ремесленник», да, понятие из платоновского «Тимея».
да, некий бог-ремесленник, который просто переписан, неправильно был с греческого на латынь, демагогос. Новое сектантство, да, Эпштейн, новое сектантство, совершенно верно. Отличная книга. К нам мало имеет отношения, но я очень рекомендую. Немало веселых минут почерпнете. Вопросы еще, ребят, есть? А можно вопрос такой немного спекулятивный? А вот что, по вашему мнению, в голове-то, в ментальной сфере изменилось, что вот так, такая резкая переоценка античного наследия как образа для культуры в Ренессансе? Ну, там объясняют экономические, там торговля якобы я подтолкнула. Понимаю ваш вопрос. Я не уверен, что я могу на него на самом деле ответить так, чтобы это сказать вербально. Я не знаю, честно говоря, как это случилось. Для меня это самого чудо какое-то просто. Может, красота языка этих источников? Конечно, красота. Я думаю, тут много факторов играет роль. А главным образом какая-то смена в мозгах произошла, которая была, естественно, постепенная. Да, просто с Петраркой произошел этот взрыв. Каким-то образом. Каким-то образом все это вылилось на более широкие массы, и более широкие круги людей стали просто читать это для себя, потому что они просто слушают священное писание в церкви. Вы знаете, что у католиков до сих пор нельзя священное писание без присутствия священника читать. Да? То есть представьте себе, что все эти люди, то, что относится к чтению, слушали просто вслух в церкви, в основном. А тут уже просто обычные люди, купцы, бедные люди и так далее. Все начинают вдруг заражаться этой читательской заразой в хорошем смысле. Я не знаю, что произошло. А есть ли какие-то книги про вот Ренессанс, я имею в виду? Тут вот вы упомянули шестой Ренессанс сейчас. Про новый Ренессанс? Книг я не знаю. Да. Про вот эту лекцию Кристофа Рико, про которую сказал про шестой Ренессанс, вы можете на Ютубе посмотреть. Да. Да, просто наберете Sixth Renaissance, она по-английски, он его по-английски прочитал. Угу. На канале Paideia Institute. Угу. Такой институт греческого и латыни. Такой довольно известный сейчас. Paideia Institute. У них вообще на канале много довольно интересных лекций есть. Очень таких интересных специалистов. Коллеги, есть ли еще вопросы? Ну, если нет... Тогда рад был, что мы повстречались. Простите, что не так. Вот, вопросы задавайте тогда в чате. Литературка, если нужна, упомянута, пишите. Вот. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо, до свидания.